Следующий блок, который я хочу поставить, блок обо мне, об авторе, о ведущей курса. Да? Когда вы будете делать сайт, это будет блок о вас. Нажимаете, находите вот такой крестик в черном кружочке, нажимаете на него, и появляется у вас меню блоков, в котором вы можете найти всякие разные блоки, да, собственно, где блоки эти живут. Я иду по следующему пути. Так. Что-то я не могу найти. Так, о проекте. Да, вот тут много всяких разных блоков, и с картинками есть, и без картинок. Я хочу картинку в кружочке. Так, и еще я хочу... Так, картинка в кружочке. Так, здесь будет моя фотография. Здесь будет текст обо мне. Так, сейчас я это сделаю, поменяю, загрузить файл. У меня есть подготовленное фото, которое я использую на сайтах. Так, открыть. Угу. Пишу Мария Блоустейн. Дизайнер, график. Так, и здесь будет какой-то текст, который пока что у меня не написан. Такое некое приветствие обо мне. Да? И вот я смотрю, что у меня получается. Отлично, вот у меня все прекрасно получается, но мне не нравится вот этот вот такое белое пространство, которое сформировалось. Мне не нравится его, ну, как бы его форма. Да? Что я могу сделать? Я могу раскрасить страничку о себе. Раскрашивать я буду в один из тех цветов, которые у меня используются в моем проекте. Да? Если вы обратили внимание, то у меня используются два основных цвета плюс белый цвет. Так, настройки. Цвет фона всего блока. Находим, да, меняем. Сохранить. И что мы видим? Мы видим прекрасный фиолетовый фон, на котором совершенно не читаются черные буквы. А это значит, что мы идем в типографику и находим там заголовок, да, и меню. Цвет заголовка и квадратик в сеточку. Если у вас заголовок специально не обозначен никаким цветом, то вот либо цвет какой-то, либо сеточка. Вот. И я делаю белый цвет, ставлю белый цвет, да, через палитру. Описание то же самое. Сохранить, да, чтобы сразу видеть. И под заголовок еще у меня остался. Сохранить. Так, сохранить и закрыть. Блок обо мне готов.